гораздо крупнее, друзья. Вот это да. Не сойди только, пожалуйста. Пожалуйста, не сойди. Все, собрал. Сейчас снимем так надо. Два. Ветра, в принципе, нет. Поэтому даже, наверное, снегом не буду присыпывать. Отпущу пока камеру. Посмотрим, своя есть, что нет. Сидят примерно все на одном уровне рыбаки, поэтому... Посмотрим. Место интересное. Вот это бревно, видите? О, окушок. Посмотрим, но рыбы нет. Сколько сейчас ходили, искали, нет. Надо прикармливать и ждать. О, это кто? Судак, что ли? Кормка обычная, алвега у меня дома увлажнила немножко. Универсальная. Снасть предельно простая, грузик типа донки и два крючка сверху. На второй один снизу, другой сверху. Сейчас так вот и будем пробовать. Сейчас насадим опарика, мотыля. Посмотрим, что будет.
тут просто город на льду. Поселок городского типа. Первая поклевка. Сошла. Ё-моё. Наконец-то, друзья, первая рыба, блин. Блин. Ё-моё, вторая клюёт, друзья. Офигеть. Вторая клюёт, ничего нету. Опоздал я. Опоздал. Ладно, пока брошу. Поклевка. Да что ж такое? Сейчас тут сделаю, потом там сделаю. Ох.
гораздо крупнее, друзья. Вот это да. Не сойди только, пожалуйста. Пожалуйста, не сойди. О, да. Хорошенькая. Устера. Устера отличная. Да ё-моё, ты скользкая вода. Сидишь, красота, вот вроде и мороз на улице, а ультрафиолет, инфракрасное вот это излучение проходит через палатку, потому что прям чувствуется тепло, и ты сидишь, вот даже вот я шапку задрал, в голове тепло, без перчаток, и, казалось бы, всего ничего-то, просто солнышко светит уже февральское. Вроде бы не крупные. Ну, нормально. Пойдет. Натяг такой хороший. Блин, нет. Тул сошел. Нет, 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 нет. Отлично. Клюет исключительно на мотыля. По два мотылика насаживаю. Пробовал опарыша, ноль. Внимание. Рыбачить, конечно, в палатке комфортно. Ничего не скажешь. Большой или сошло? Не пойму. О, ё-моё. Тебя только не хватало, господин. Офигеть. Опускаем.
покушал, и сразу поклевка была. Ну что ж, друзья, вот такая вот рыбалка получилась. Рыбку поймал. Рыбачил сегодня в палатке, так скажем, разнообразил рыбалку на своем канале. Бель клевала, но не супер прям так активно, но все же на засолку немножко поймал. На этом все, друзья. Спасибо большое за просмотр. Всем пока. До новых встреч. Встретимся на той самой любимой рыбалке.